Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Phantom. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства, как в таком случае сбросить его и все настройки. Итак, мы отключаем телефон. И после его полного отключения зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Здесь мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости, попадаем в режим Recovery. А здесь нам нужно выбрать Wipe Data Factory Reset. И выбираем Factory Data Reset и Reboot System Now. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.